У нас сегодня состоится рандеву с одним из интереснейших струнных коллективов Самары. И французское слово «встреча» я произнесла не случайно. Именно так называется ансамбль, который сегодня представляет Самарская государственная филармония. Мандолина и гитара. Совмещение этих двух музыкальных инструментов само по себе очень интересно и необычно. Впрочем, я думаю, что сегодня у вас будет возможность оценить репертуар наших музыкантов, потому что играют они очень разнообразную музыку от старинной до современных танцевальных ритмов. С удовольствием представляю вам Ольгу Судакову и ее мандолину и Валерия Ксенофонтова, гитариста. Видите, я даже в своем представлении как-то мандолину вашу представила несколько обособленно, да, потому что я знаю, что ваш инструмент совсем непросто, что получили вы ее в Италии за первое место в конкурсе, что он ручной работы. Расскажите об этом. Да, действительно, инструмент уникальный, он ручной работы, но потомков знаменитого Рафаэля Калачи. Как раз на конкурсе я участвовала его имени. И за первый приз там дарили именно мандолину. И для всех мандолинистов это очень как бы так почетный приз, поэтому вдвойне приятно было получить его именно на конкурсе в Италии. Валерий, ну теперь, конечно, надо спросить и о вашем музыкальном инструменте. Он у вас обычный или тоже с какой-нибудь изюминкой истории? Ну, не знаю, любой инструмент, он имеет свою душу, просто и инструменты чаще всего делают мастера, и эти инструменты ручной работы. У меня тоже гитара мастера, но... Это российский мастер, его фамилия Чудаев, он живет в Москве в настоящее время, делает инструменты. Мне он нравится, мне он устраивает по своим характеристикам. Ну, конечно, для каждого инструмента, для каждого музыканта всегда хочется что-то лучшее, что-то большее, но... Всему свое время, я думаю. Руководство Самарской государственной филармонии считает, что действительно ваш дуэт очень необычен не только для Самары, но вообще и для России. Почему? То ли потому, что и гитара, и мандолина, они вообще не российские инструменты, а имеют происхождение и других Если стран. Вдаваться в историю, то в начале 20 века такие дуэты и вообще эти инструменты были очень популярны в России. В частности, в России была семиструнная гитара и мандолина. И они часто использовались в аккомпанементе песен. Поэтому для России эти инструменты как бы не новые. Но они свое развитие и свою популярность вот в последнее время больше приобрели в Европе. Собственно, там, где эти инструменты родились, то есть в конце 16 века. И сейчас это направление, вот именно камерные ансамбли, гитары, мандолины и вообще струны щипковых в Европе очень популярно. И постепенно эта популярность, она как бы приходит сюда, потому что все больше... Идет культурный обмен между музыкантами тех стран и России. А так в чем все-таки необычность совмещения этих двух? В общем-то, необычность в том, что, как бы это ни скромно не прозвучало, на мандолине просто очень мало пока еще играет в России. И, соответственно... Необычно, потому что редко. Вот, да, наверное, так. Просто редко встречается. Здесь, именно здесь, в России. Валерий, ну если следовать вашей логике, то когда вы познакомились с Ольгой и узнали о том, что она играет на мандолине, вы и предложили... создать, ну, да? Не совсем, нет. Идея организовать такой дуэт, она шла со стороны Ольги, даже не со стороны Ольги, а со стороны организатора первого фестиваля щипковой музыки. И 5 лет назад, в декабре месяце, в Самарском музыкальном училище проходил фестиваль «Вечера щипковой музыки». И организатор этого фестиваля подошел ко мне и сказал, предложил сделать несколько произведений с мандолиной. Ольга в то время училась в Люксембурге. Вот. И когда она приезжала... Ну, то есть она училась заочно до последних года, месяц там, а остальное время здесь. Вот она приехала, мы начали репетировать, нам понравилось. И мы решили продолжать эту деятельность дальше. И вот уже 5 лет мы вместе. А помните, с чего вы начали репетицию, с какого произведения? Конечно, это произведение наше самое любимое до сих пор. Я думаю, мы сегодня сыграем его с удовольствием. Сейчас сыграть. Это что за произведение? Это произведение «Испанская сюита». Это именно произведение старинной музыки, композитор испанский. Оно основано на 4 народных испанских мелодиях. Thank you.
Ольга, но я вот смотрю на ваш музыкальный инструмент, и мне кажется вот таким необычным то, что не четыре струны, а восемь. Они сдвоенные, что и дает как раз характерный тембр голоса именно мандолины. За счет того, что они сдвоенные. Они одинаковые. То есть они настраиваются одинаково? Да, да, на один... одна и та же. Просто они дают более глубокий звук или более объемный, да? Даже, да, да, да. Ну, может быть, объемный, просто другой тембр совсем получается, чем когда одна струна. То есть, когда Ольга делает движение рукой, звук, он приходит как бы чуть позже. У меня звук птицы появляется сразу, Валера, как только я изрекаю. Валера смотрел на мою руку, что я там вообще делаю, присматривался. Ну, приходилось подстраиваться просто для того, чтобы добиться синхронности хорошей. О преподавании. Еще одна ваша очень важная, ну, что ли, ипостась, это то, что вы ведете свои классы в музыкальной школе, в первой. Что такое еще? Вы преподаете гитару, вы преподаете мандолину. Вы когда делитесь, поскольку вы же играете вместе, да, наверное, у вас очень много общих тем для разговора, вы когда делитесь о своих учениках, вы понимаете, что они разные? Или, в принципе, преподавание мандолины и преподавание гитары – это нечто такое достаточно схожее в музыкальном плане? Ну, это вообще разные инструменты. Они поэтому вместе сочетаются, что они как бы несут разную информацию, скажем так. Абсолютно два разных инструмента в плане специфики, поэтому абсолютно разные ученики. Ну, Ольга, она же молодец, она приехала из Европы, чтобы донести до русских людей эту школу. Она впервые в Самаре открыла мандолинный класс. Это единственный класс пока в Самаре. У нее не совсем, не очень много учеников, но третий год там. Четвертый год, уже 8 человек, которые постигают азы мандолины. В этом году первый мальчик ученик, до этого девочки. Вот. Я просто немножко дольше работаю в школе, то есть, ну, вот Ольга меня часто приглашает, аккомпанирует своим ученикам, то есть... Мы учеников своих знаем. Может быть, в дальнейшем они тоже как-то будут и музыкой играть. И даже сейчас в ансамбле играют. Маленькие ансамбли уже сделали. Да, мои гитаристы, четыре гитаристы, Ольгины мандолинистки, они сидят в небольшом оркестрике уже. Вы их вдохновили своим примером, да? Ну, есть такой предмет, как ансамбль. А уж вдохновили, не вдохновили, это покажет практика. Но мы их стараемся к этому приобщить и показать, что такое искусство есть. А на ваш взгляд, какой инструмент сложнее, гитара или мандолина? Честно, я пробовал играть на мандолине. Мне кажется, что на мандолине намного сложнее, чем на гитаре играть. Я думала, ты скажешь на гитаре все время. Гитара – самый лучший инструмент на свете. Тут специфика только в том, что гитары играют пальцами. И вот эта сложность звукоизвлечения, которая на гитаре присутствует, у нас в России школы как таковой апробированной нет. Ну, вот есть школы фортепиано известные, есть школы скрипичные. То есть те школы, по которым можно идти, двигаться вперед. Но гитарные школы как таковой, вот, которую можно было взять за основу, нет. Есть некоторые педагоги, которые могут донести, вот, слава богу, у меня в такой педагог в жизни попался, он меня научил. Но вот после того, как я начал ездить по фестивалям и по конкурсам, то есть я вижу, что очень разный уровень гитарного исполнительства. Вот. В этом есть сложность на гитаре. Но вот на мандолине как бы школа уже в Европе есть. Если хочешь научиться, надо ехать в Европу. Но мне показалось, на ней играть сложнее. Тут прижатие намного сильнее надо прижимать. Две струны, а не одна. Но они играют медиатором, это у них плюс. Учителей в музыкальной школе, на каком сложнее инструменте? Каждый вообще играть по-своему. На любом инструменте, с одной стороны, тяжело, а с другой стороны, когда техническая база уже появилась, тогда на любом инструменте играть интересно и приятно. Ну, просто мне кажется, что там, заниматься особой рекламой гитары как музыкального инструмента не нужно, потому что он и так популярен. На нем и мальчишки вон в дворах играют, ну, это вот... самый первый помощник в качестве аккомпаниатора для каких-то песен. А вот как, Ольга, вы убеждаете маленьких мальчиков и девочек прийти и учиться на мандолине? На самом деле, в основном приходят на гитару, но Валера говорит, что вы слишком малы для гитары, вот поучитесь на мандолине пока. И вот так несколько. То есть, потом... ваш рекламный агент? Ну, приходят, да, но в основном гитару знают, мандолину просто не знают, поэтому это только еще пока с концертов не приходили, так что вот зрители приводили своих детей, ну, просто это же музыкальная школа нужна, чтобы в радиусе школы жили, а в основном, ну, потом остаются, им нравится, втягиваются.
А где у нас мандолины-то купить можно? Они вообще продаются? Да, в музыкальном магазине, и в школу вот мы покупали. Для... Они, конечно, не мастеровые, не мастера, но для обучения в школе достаточно. Я все смотрю на эту замечательную матрешку. Прошу, чтобы наши операторы показали ее крупно. Матрешка удивительная сама по себе, потому что она какая-то вся потрепанная жизнью. Она такая облезлая в плане красок, да. И я так полагаю, что она у вас какую-то очень серьезную функцию-то выполняет, да? Ну, она у нас, у меня с самого начала, я просто в ней храню медиаторы, без чего не обходится ни один концерт. И как так пошло, что я ее всегда беру с собой на всякий случай на сцену, ставлю просто внизу, на полу, около стула, и, в общем-то, уже ни один концерт без нее не обходится. А покажите ваши медиаторы. Ага, значит, мандолина одна, медиаторов много. Ну, тут разные, которые новые я делаю, которые старые, для учеников запасные все. Я еще очень хочу расспросить вас по поводу того, где вас можно услышать. Нас услышать можно везде. Нет, на каких площадках вы играете, какие площадки в Самаре вы любите? Ну, коль скоро вы относитесь к Самарской государственной филармонии, я так полагаю, что логичнее всего вас услышать именно здесь? В филармонии нас услышать можно будет в следующем концертном сезоне. У нас запланирован цикл концертов из 4, который будет проходить в камерном зале. Но вот прошлый год, который 2011-2012, который был посвящен Италии и Испании, мы вместе с филармонией объездили почти всю нашу Самарскую область. Мы побывали в районных школах искусств, музыкальных школах, где знакомили тех, кто не может приехать сюда с этими инструментами. То есть, для ребятишек в основном играли, да? Да, да, да. У нас на самом деле очень огромное количество областных поселений, городов, небольших сел, где есть школа искусств, где преподают гитару в основном. Ну да, сказать, что гитара популярна, поэтому она почти во всех школах есть. Но не во всех школах есть преподаватели, гитаристы, которые могли бы научить ребенка именно игре на классической гитаре. Чаще всего преподают музыканты, не специалисты, то есть это либо балалаечник, либо преподаватель по домре. Поэтому вот наша одна из задач – ездить по области и как бы повышать профессиональный уровень педагогов и знакомить детей со звучанием гитары и мандолины. Вот играть 3 аккорда на улице – это не совсем тот то, что мы преподаем в школах, потому что классическая гитара имеет такую же школу, историю, как и скрипичная школа, как и фортепианная. Но так уж повелось, благодаря, наверное, там, ее компактности, удобности, что она используется вот, для аккомпанемента песен. А многие песни, они как бы рассчитаны на использование совсем небольшого количества аккордов, и поэтому каждый, у кого есть желание и усидчивость, может, в принципе, научиться. Но классическая гитара – это такая же школа, которую надо постигать с азов, так же, как и на любом инструменте. Вот это наша одна из задач. А правда, что дети более восприимчивы к музыке, чем взрослые? Есть разные. Не замечали? Взрослые, есть разные. Дети просто более заметно по ним. Некоторые подходят, мы как-то выиграли для малышей и мам, для семейных пар с маленькими детьми, прям даже до школьного, глубоко до школьного возраста, даже до детства. Да. То есть к концу сначала так насторожно, а к концу во время произведения подползли, взяли инструменты, вот из ударных инструментов. Александр, ну ничего, пошел. Им раздали, причем так интересно было, игрушечные инструменты, чтобы они как подыграли. Что такое игрушечный? Положил, пошел, настоящий взял. Ну, помимо там агитационно-пропагандистской работы, с которой вы ездите по нашим Палестинам, по Самарской области, вы концерты даете? Ну да, да, конечно. У нас много концертов в этом году прошло в российских городах. То есть у нас был тур на Дальний Восток. Мы сейчас, у нас цикл идет в Москве, в музеях. Мы побывали в Нижнем Новгороде, в Екатеринбурге. Ну, то есть в таких крупных городах, в Новосибирске выступали, где струны щипкового инструмента как бы развиты. Вот. А в Самаре у нас в период становления мы очень много выступали на площадках именно Самары. То есть были и концерты в Кирхе, в Лютеранской церкви, и в Самарском художественном музее. Там очень благодатная акустика для наших инструментов. Вы берете уже готовые ноты и по ним просто начинаете играть, либо вы аранжируете произведения, которые вам особенно там понравились, под себя?
Часть есть оригинальных произведений. Я во время учебы просто собрала определенный репертуар, в основном старинная и классическая музыка, но и романтизм тоже. И уже, причем аранжированные, изданные ноты именно для мандолины и гитары. Ну, даже, наверное, основной, все-таки основная часть репертуара. Но потом уже и народная вот музыка, второй диск у нас, это... То есть, наши почти все переложения. Да, то есть мелодия, понятно, что своя, но Валера все это... как бы аранжирует по-своему уже под гитару, под специфику нашего. Подстраиваем, дуэта. Стараемся подстраивать. Не всегда у нас есть выбор, репертуар, вот, который написан для нашего дуэта. Мы же программы стараемся разнообразные включать, а не во всех жанрах, не во всех эпохах этот дуэт был популярен. Поэтому мы очень часто делаем переложения. Вот западноевропейское... Много своего привносите в эти переложения? Нет, стараемся сделать все культурно и аккуратно. То есть не уменьшаем мы творение композитора, стараемся, но и чтобы подстраиваем под наш инструмент. То есть фактуры иногда есть, переложение фортепианных нот. Это вот самое, наверное, сложное. Ну нет, еще есть переложение оркестровых нот, это еще сложнее. То есть стараемся как бы в фактуру одного инструмента вложить фактуру более богатую. Но при этом, чтобы это все звучало. Про испанскую сюиту вы сказали. Какие еще в вашем репертуаре любимые произведения, без которых не обходится ни один концерт? Вот одно из любимых произведений — это то произведение, которое мы назвали свой второй диск. У нас выпущено два диска. Вот, испанская сюита как раз в первом диске, а второй диск включает музыку разных народов. И одно из произведений бразильского композитора называется «Мне не хватает тебя». Вот. И оно совместно с перкуссионистом, с Александром Носовым. Вот мы его постоянно играем, во всех концертах стараемся. Оно одно из наших любимых. Вопрос от нашей аудитории. Здравствуйте, меня зовут Руфь. Я хотела бы спросить у вас, планируете ли вы выступать своим дуэтом за границей или в других странах? На самом деле, мы выступали, но на фестивалях пока. Это были не наши сольные концерты, но участвовали в фестивалях зарубежных, мы уже участвовали. Если будет приглашение, конечно, мы хотели. Конечно, планируем. Какой музыкант не планирует свои концерты за границей? Мы планируем. Будем по возможности посещать фестивали, ну и ждем, конечно, предложения о том, чтобы какие-то концерты там у нас кто-то организовал. Такие уже были претенденты, то есть мы выступали и во Франции, и в Люксембурге, и в Испании. Будем надеяться, что еще будут поступать такие предложения. Предлагает камерное исполнение или вы можете выступать на большие залы? Спасибо.
Спасибо, очень хороший вопрос. Вообще, конечно, камерный состав подразумевает камерную аудиторию, и где мы можем играть без подзвучки. Натуральный тембр, именно как это вместе сочетается, можно услышать во всей красе. На больших аудиториях мы вот играли на филармониях, вот когда в поездке по Дальнему Востоку, тоже люди слушают, но просто уже нужна подзвучка инструментам. Сейчас современная техника дошла до такого уровня, когда, в принципе, хорошая аппаратура может почти без искажения передать звук инструментов. Поэтому можно выступать и на больших сценах. То есть, такой опыт у нас был, и все проходит довольно интересно. Но вот нам самим комфортнее играть в небольших залах, камерно. И зрителям вот эта музыка, она не рассчитана на большое пространство, она больше как бы камерная не от того, что там она для замкнутого пространства, она ближе общения между исполнителем и музыкантом. Не должно быть большого расстояния, да, не должно быть большой сцены. Валентин Брагин, детская школа искусств номер 2. Вопрос. Валерий Николаевич, а вот вы планируете своим замечательным составом сыграть Баха? Мы Баха очень любим. И, наверное, когда-нибудь мы его сыграем. Но единственное, что он, конечно, не писал для нашего состава произведений. И переложения мы еще не делали для нашего дуэта. Но вполне возможно, что в будущем мы это сделаем. В основном это я препятствую. Как-то я больше к Вивальди, мандолина специфика такая. Бах, гитара хорошо звучит одна, с флейтой, скрипка. А мандолина более такой, как бы тонкий, легковесный скорее для Баха звук. Поэтому как не беремся. До Баха надо дорасти и быть готовым к нему. Мы еще не можем с ним разговаривать на «ты», так как он велик очень. Ну тогда ваши творческие планы? У нас есть в планах расширить те программы, которые есть. У нас в ближайшем времени предстоит концерт с вокалистами. В частности, на концертной площадке филармонии будет концерт вместе с басом нашим самарским Андреем Антоновым. Будет целиком программа, где мы будем вместе с ним выступать. Также, вот я говорил, что в цикл камерного зала, который будет, там тоже будут принимать участие различные солисты. И вот мы свой репертуар будем сейчас пополнять за счет вот этих произведений как раз. Вопрос такой, специально для вас, для вашего дуэта, писали композиторы свои произведения? Пока нет. Точнее, я немножко оговорился. У нас есть произведение, которое написано нашим самарским композитором и музыкантом, который работает в филармонии, Денис Розин. Он написал произведение, которое называется «Еврейский танец». И мы это произведение переложили для наших инструментов. Точнее, аранжировку сделал Александр Носов, вот, который выступал на перкуссии. Это произведение записано. Это пока первое произведение, которое непосредственно нам было подарено. Но написано... Раньше. Будем считать, что для нас. Потому что мы его первые исполнили. Вот, а других пока нет. Пока только знакомимся с композиторами современными, произведения чьи мы исполняем. В частности, вот Игорь Рехин в Москве живет, мы исполнили его сюиту, и мы с ним познакомились, так будем сотрудничать, возможно, дальше. А что заставило вас передислоцироваться с классической домры на вот такой экзотический инструмент мандолина? Интересный вопрос. С классической домры на экзотическую мандолину? Дело в том, что я играла в ансамбле, известный достаточно в Самаре, классик домра, замечательный ансамбль. Мы часто выступали в Европе и видели мандолину, видели, насколько там это развито. Интересно было попробовать. Одна из участниц, солистка нашего ансамбля, уехала учиться. Просто я поняла, как это можно сделать. Просто выдалась возможность, интерес. Я поехала, познакомилась с инструментом, больше уже не смогла расстаться. Я была очень рада услышать вашу игру. Я впервые вас слышу. Это очень приятная музыка, восхищение и восторги. Спасибо. Спасибо вам большое. И, соответственно, мой вопрос. Много ли времени вы тратите на подготовку? Или у вас это идет настолько от души, что берете какие-то ноты, и вот оно льется само? Спасибо. Безусловно, подготовка нужна.
ну, чем больше репертуар, тем, возможно, меньше это по времени занимает, но, тем не менее, сил моральных и физических достаточно. Все произведения по-разному. В зависимости от сложности произведения. Да. Если произведение не очень сложное, достаточно недели, возможно, чтобы его выучить сыграть. Если произведение более сложное, то, может быть, и месяц. Ну, как бы в таком в рабочем режиме все происходит. Конечно, с листа читать, ну, так мы не играем. Мы обычно готовимся заранее. И, конечно, самым прекрасным завершением нашей программы станет музыка. Mm-hmm.